На одном из самых сложных перекрестков Владивостока кипят дорожные работы. До конца лета на пересечении улицы Русской и проспекта Столетия Владивостока полностью поменяется схема движения. Потоки будут перераспределены и пойдут по новым полосам. Изменится геометрия проезжей и пешеходной части, а светофоры зарегулируют по-новому. Работы ведутся ежедневно, не приостанавливаются. На данный момент идут работы по отсыпке кабельной канализации Ростелеком. Выборка под ливневую канализацию и выборка грунтового камня. Демонтируем бордюр, вырываем бетон, будем готовиться под установку нового бордюра. Все работы идут в срок. Реконструкция перекрестка, который является одним из самых проблемных в городе, проводится благодаря средствам специального казначейского кредита, выделенного правительством Приморского края. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.